Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня наш выпуск посвящен сравнению монгольской, российской и украинской деревни. Идея этого выпуска возникла после просмотра канала блогера Баира. Он ездил в монгольскую деревню, заснял ее, высказал свое мнение про монгольскую деревню. И после этого пошли комментарии. Были нормальные комментарии, были, ну, я сказал так, нехорошие комментарии. Вот мы один комментарий рассмотрим и покажем вам сравнение монгольской, российской и украинской деревни. Итак, поехали, не переключайтесь. Думаю, будет интересно. Поехали. Смотрите, друзья, ну нормальная деревня, бодрая. Вы какую-нибудь в России проедьте, но это пипец, там все разваливается, какие-то ханыги ходят. Не, ну я как бы даже вот не хочу обсирать, но как бы просто констатирую, как оно есть. Так. Пожалуйста. Не, ну я вот, честно говоря, приятно поражен, но мне представлялось, что монгольская деревня, аймак будет такой, ну, как у нас, такие уставшие какие-то. Не, ну есть, конечно, в Бурятии, по крайней мере, нормальные тоже. Но все равно очень много, конечно, таких уставших. А если вот на поезде едешь и смотришь в окно, вот это вот российские деревни, это капец. Там как будто война прошла, блин. Да? Благополучие сварилось путинское на них. Ну, вот нормальные тачки вроде, X-Trail едет. Село в России умерло. Ну да. Деревня умерла. Смотрите, всего. Дом какой нормальный. Без резиновых сапог Анфиса Конюхова не выходит из дома. Попасть в свою квартиру для нее – это целое испытание. Если в подъезде воды больше длины сапог, то она поднимается в квартиру с помощью этой лестницы. По лестнице вот так. Вот. Лестница, установленная под окнами Анфисы Михайловны, не достает до самого окна, поэтому бабушке приходится прямо забираться к себе домой. Более того, данная конструкция не вызывает к себе доверия. Оно очень ветхое и в любой момент может обрушиться. Многоквартирный деревянный дом по улице Дальняя, 82, уже давно топит канализационными и талыми водами. Но в этом году ситуация усугубилась. Уровень воды местами выше колена, так как снег с территории двора никто не вывозил. Бабушка признается, что очень устала от этого. Более того, 3 месяца назад она потеряла мужа. И теперь со всеми трудностями справляется одна. Очень хочу, чтобы... Ну, может, мне осталось год-два жить. Хочется жить в благоустроенном доме. Туалет, все вот это заиметь. Я уже неужели не заработала? Справедливости ради стоит сказать, что Анфиса Конюхова все-таки получила квартиру в жилом доме, благоустроенном, после того, как всю жизнь прожила в этом непонятном сарае среди канализационных стоков. А вот герой второго сюжета из Башкирии, скорее всего, так всю свою жизнь и проживет в этом непонятном здании, которое он называет своим домом. Что-то еду по деревне, везде замки висят. Следов к домам нету. Вот здесь вот вижу, следы есть. Наверное, кто-то живет, сейчас спросим. Сколько здесь вообще жителей? Домик такой маленький. Избушка на курьих ножках. Ростом с меня, смотрите. Или домой в землю ушли. Или просто так строили маленькими. Замок висит. Я думал, очищен, значит, дома кто-то есть. Странно. Странно, странно. Крайний дом, вижу следы. Мне кажется, здесь живут люди. Сейчас проверим. Дома кто есть? Здрасте, есть кто дома? Здрасте. Здравствуйте. Как жизнь деревенская? Хорошо, потихоньку, сами. Отлично. Приветствую. Меня Алексей зовут. Здрасте. Да вообще фильмы про деревню снимаю. Сейчас проезжал, думаю, в вашу деревню заехать. Ну ладно. Вы отсюда родом?
Да. А скажи, сколько сейчас здесь людей сейчас живет? Где-то человек 100-200. 100 человек? Да. Вы русский? Да. С кем живете тут? Сам один пока. Один? Да. Откуда родом? Родом, ну, были с этого, с Узбекистана. А, поэтому темненький такой, да? Да. Загорели там, наверное? Да. А с кем переехали сюда? С матерью. С маской. Мама что, умерла, что ли? Да. Давно? Что-то плохое случилось, рак. Рак живота. В раке умерла. И вам сколько лет? Ну, я где-то 35. Где-то? 40. Не помните, что ли? Нет, у меня паспорт у сестры остался. В Сельтамаке, сестренки. Ничего себе. No. А я вообще подумал, что здесь никто не живет. Ну. No. Ну проходите, может. Покажите, как живете. А дайте, заходите. Интересно просто. Да, заходите. Ух ты, тепло. Да, заходите. Цвет есть? Есть. А, нет, не этот. У нас нету? Нет цвета. Вот это. Только одна лампочка, да? Да, покажите. Да. No. Интересненько тут. Да. А дом многокомнатный, да? Да. Можно пройти посмотреть? А, пожалуйста, пожалуйста. Входите, входите, входите. Ух ты. Смотрите. Здесь уже попрохладнее, да? Да. Здесь печка не работает. А. Из-за этого так. Ясно. Это летом здесь и здесь, наверное, да, тоже? Да. Иконки остались. И сколько лет в этом доме живете? Ну, где-то лет 20-15. Да? А теперь я покажу вам, как жили и как выглядели до войны типичные украинские села. Одно село расположено под Киевом, а второе под Полтавой. Это центр Украины. Съемки велись летом 2021 года. Через полгода Россия всей своей мощью, со своими танками, пушками и самолетами приперлась в Украину, неся с собой свой кровавый русский мир и воя о том, что российские солдаты пришли спасать украинцев от, как они говорят, украинской хунты. Я не знаю, что сейчас с этими селами. До Полтавы российские освободители не дошли, и за это село можно быть спокойным. А под Киевом эти самые освободители грабили и уничтожали все, что попадалось им на пути. Я не знаю, как сейчас выглядит село под Киевом. Если туда русский мир дошел, то, скорее всего, это село сейчас полуразрушено, а хозяйство разграблено. Если нет, и в село русские освободители не пришли, то с селом все нормально. Смотрите, делайте выводы. Аисты сидят, видишь? Встречают нас. Сколько аистят. Бабули нет на огороде? Нет. Дружок. Такой серьезный охранник. Ага. Шик. Приехали. О, чернобрысы зацвели уже. Ой, вот эта сюрфиния вообще, розы, красота какая. Едем и... О, заходим. Вот сейчас закрывай, ага. О, Тань, куда мне вещи свои? Блин, пусть Юля здесь, да, это же Юлина комната. О, там будет, то будет сильная штука. Ага. Ой, красота. Таня, какие вкуснятины. Вареники с творогом, а это вареники с вишней. Мария Семеновна сделала. 2008 года. День какая. Чернобривчики. И вьюнок. Вьюн. 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 О, вишенки. Вишенки. Курочки все бегут. Угу. И здесь чернобрывчики. Дождик уже и закончился. А, я еще ничего не начала печь, а уже пахнет чем-то вкусным. Здесь много яблок. Угу. А это село Лазарьки под Полтавой. Самый центр Украины. Посмотрим, как тут живут простые украинские люди. Вечер.
Иван Иванович нас встретил. Вот тут Лена бегает. Лена, привет. Стол накрывает нам. А, вкусный, да. Без рекламы, пожалуйста. Запашна, да. О, какие вкусные налистники. Ночной кавы. Мы вышли во двор к Лене. Как хорошо-то, как хорошо. Солнце светит, погода прекрасная. Ой, хорошо. Главный вход в дом. Ого, сколько много винограда. Лен, давай. Mm-hmm. Прасик. Это у нас летняя кухня. Большая у тебя летняя кухня. А это что у тебя? Арбузики? Это свои? Ну, какие у тебя здесь ковры-то? Газовая плита. Это у тебя кухня уже... Дом вообще старый, да? Когда он был построен? В юны. Кто у нас здесь? О, боже! Ага! Куры! Понятно. О, слышу голос, голос. Это все... Все твое, да? Боже мой, как свинку зовут? Даша. Даша? Даша. А, Даша. Дарья. Даша. А это она сама родила, да? Ой. А кукуруза, слушай, какая у вас высокая кукуруза? Это вы что с ней делаете? С этой кукурузой? Это курчатам. Цыпляткам, да? Какие у нас гарбузы растут. Здоровенные. Помята тут, что ли? Нет, это чернобрызы. Чернобрызы так пахнут? Просто. А в этом году у тебя... Ага, это перец болгарский у тебя. Ну, сколько у тебя перца болгарского. Перец. А ты не знаешь, какие сорта у тебя перца? Ох, и перца сколько у тебя. Сейчас вырвем перчика, зрубим салатику. Вам как Лена живет. Проходите. Смотрите, какие дорожки красивые, как у бабушки у нас. Веранда вся в лучах солнца. Красиво. Вот я люблю такие верандочки светлые. В веранде, посмотрите, тоже какой красивый. Для богатства кактусы растут. Картины. Так, заходим в кухню. Это кухня столовая. Она такая вот большая, что я вам покажу, что она большая. Здесь вот печка. Здесь посудомоечная машина. Печку сейчас вам покажу. Маю. А что тут у Лены на подоконнике? Орхидея цветет. Ага, цветовод тоже. Так, а здесь у нас дощечка. А здесь вот такие двери. Натуральным деревом, так красиво. Смотри, двери какие. Как по дворцах. Открываются. Ага. И принцессы, и королевы идут в зал. Да. А, ты себя представляешь королевой в этот момент, да? Ну да, но такие двери. Так надо было, чтобы я тебе дверь открыла, понимаешь? Полы такие. Вечером вышли гулять, а тут в селе вот такой. Лена, я боюсь. Потом на украинскую землю пришел русский мир. По словам спятившего российского руководства, русский мир пришел спасать украинцев от нацизма и от якобы кровавого украинского режима.
Сейчас. У нас какой комитет? А? Это какой сейчас? Да. Вон. Все, три. Покажи, что. Мы в укроповской хате, хаваем укроповское вареница. March 11. Вчера 10 числа занимали оборону Укропа, взяли ее. Теперь на следующий день долго. Бутик. Привет! Здорово! Заштурмовали деревню, переехали в Укропов. Мы все ближе и ближе к победе. Вот это у нас мегавоин сепаратюга Дикий! Смотрите, как укропы живут. Ну, тылочка. Каждое утро смотрю, выложил новое, жив или не жив, обязательно. Я каждое утро начинаю, да, с его публикации, жив. У меня вон, такой же возраст сын, ему 25 лет. Говорю, возьмите его в армию. Все свистит ее, мы тоже ее. Мой муж, он воевал в Первую Чеченскую, две войны у него. У него орден мужества. За Первую Чеченскую. И когда обороняются, я просто знаю, когда занимают там дома или квартиры, ну, там сидят в засаде, то парням, ну, нечем заняться-то там, по сути. И осматривают вещи там какие-то, ну, шутят. Ну, молодые же парни еще, дети совсем. Ну, поэтому я не считаю, что это какой-то вандализм или еще что-то. Ну, вот на данный момент они находились в этой точке. Что им делать? Ну, попали они в гости к этим людям. Ну, так получилось. Когда говорят, что мы, русские оккупанты, спим, блядь, в чужих домах, в квартирах. Смотрите, и Вадим спит в подвале. Возможно, это последнее обращение. У нас очень много 200 и 300. К концу зимы это российское животное по фамилии Дрёмов уже перестало есть украинскую нутеллу и больше ее в своих видео не вспоминала. Уже 8 час. Идет бой. Очень много 200-х. Также 300-х. Мне просто чудом удалось выжить. Что пизда? От калаша, блядь. Только одно название. Он весь в грязюке. Мои руки — это вообще пиздец. Смотрите. Сейчас вытягиваем наших 200-х и 300-х и везем их. Надеюсь, это не последнее видео. А теперь украинские села, куда пришли российские освободители, а на самом деле
убийцы, мародеры и оккупанты выглядят примерно вот так. А теперь вернемся к комментариям под видео Баира. Елена Алиева пишет. Живу в деревне на Дальнем Востоке. Сами со Средней Азии. Видели и жили в Казахстане и Узбекистане. Есть везде плохая жизнь. Но такое отношение именно к России, простите, это неприкрытое презрение. Переехали уже как 20 лет, дети получили образование, любим свой край. Что вы видели, то, что хотели видеть. Всего вам хорошего. Ну, что можно сказать Елене Алиевой? Посмотрите еще раз видео. Посмотрите на российскую деревню. Посмотрите на украинское село. Посмотрите на то, что сделала Россия с украинским селом. Посмотрите еще раз на дремого мародера-оккупанта российского. Это вот и есть русский солдат. Это и есть лицо современной России. Значит, может быть, после этого вы поймете, почему украинцы испытывают презрение к этой стране. Елена Алиева не успокаивается и пишет следующий комментарий к видео. Что ж вы такие лживые люди? Ну не повезло вам с соседями, вы суете обо всех. Я так понимаю, тут идет пропаганда русофобии. Ну работайте, не лопните только от ненависти. Значит, Елена Алиева. Слово русофобия означает страх перед Россией. Этого страха в Украине и среди украинцев давно нет. Этот страх пропал в феврале 22 года. Когда ваша страна под завывание спятившего кремлевского идиота о защите русскоязычных украинцев решила уничтожить Украину как государство. Этот страх пропал, когда ваша страна под радостные вопли вашего высокодуховного народа начала обстрелы мирных городов Украины с целью лишить ее граждан электричества, водоснабжения и канализации во время зимних морозов. Этот страх пропал, когда ваши пилоты-убийцы стали сбрасывать авиабомбы на головы граждан Донбасса, которых, как утверждает ваше спятившее руководство, вы пришли защищать от выдуманных вашим же руководством укронацистов. Этот страх пропал в первый же день, когда 100 украинских национальных гвардейцев-срочников под Гостомелем остановили ваш российский профессиональный элитный десант, не дав захватить Киев. Украинцы сейчас посылают ваш русский мир туда, куда украинские пограничники с острова Змеиный послали ваш военный корабль. Кстати, ваш военный корабль с символическим названием «Москва» в итоге оказался там, куда его послали украинские пограничники. Примерно туда же украинцы посылают и ваш город с одноименным названием и засевшую там Государственную Думу. Русофобии к вашему недогосударству украинцев нет. Есть чувство презрения. Презрение и к вашему руководству, и к большинству вашего народа, который одобряет убийство украинских женщин и детей. Это чувство усиливается с каждым днем. Оно усиливается, когда украинцы видят, как ваши военные мародеры, типа показано в сюжете Дрёмова, грабят украинские дома. Оно усиливается, когда украинцы читают восторженные вопли одобрения действиям этого бандита от 35 тысяч его подписчиков в соцсетях и его фанатов. Когда снимался этот сюжет, российские бандиты обстреляли город Славянск на Донбассе. На том самом Донбассе, который ваш спятивший кремлевский недомерок считает российским, и граждан которого он считает российскими гражданами, и которых вы якобы пришли защищать от выдуманной им же украинской хунты. Повреждено около 50 жилых домов. Погибло 11 человек, 23 ранено. Среди погибших 2-летний ребенок со своей мамой. Отец убитого вами ребенка выжил. На второй день после трагедии он записался добровольцем в ВСУ. Как говорил ваш генерал Лебедь, палач молдавского народа, нет более мотивированного бойца, чем тот, у которого погибли родные и близкие. Украинская армия получила еще одного такого бойца, который сделает все, чтобы отомстить российским убийцам за смерть своей семьи. А таких бойцов сейчас в Украине тысячи. У многих российских варваров убили родных и близких. Когда вы в своих соцсетях воете, что в Украине разжигается ненависть к россиянам, объясните, что должен испытывать нормальный украинец, видя, как вы в своих же соцсетях распространяете кадры, на которых
ваши военные бандиты отрезают еще живому украинскому солдату голову? Или что должен испытывать нормальный украинец, видя в тех же российских соцсетях, как ваши убийцы расстреливают пленного украинского военного за слова «Слава Украине»? Украина сейчас сражается с выродками, которые пришли с оружием на ее земли. Украина сражается за то, чтобы прекрасные украинские села не превратились в то, во что вы превратили города и деревни Якутии, где пенсионеры, только перед смертью, прожив всю жизнь в деревянном бараке среди сточных и талых вод, могут получить современную по меркам России квартиру, а могут и не получить. Украина сражается за то, чтобы украинские села с трудолюбивым украинским населением не превратились в то убожество, в которое превратились российские деревни, а люди не превратились в такое ничтожество, как герой из второго сюжета про российские деревни. Украина сражается за то, чтобы на ее земли не пришел кровавый русский мир. Перед глазами Украины сотни разрушенных городов и сел, а также сотни российских городов и деревень, которые выглядят так, как будто война идет там, а не в Украине. Украинцы видят, во что превратились временно оккупированные Россией территории Грузии, Молдовы и Чечни. И украинцы видят, как быстро и успешно развиваются страны, которые вырвались из-под российского влияния, в том числе и Монголия, бурное развитие которой началось в 1991 году, после того, как из страны ушли российские оккупационные войска, а сама страна вырвалась из-под российского вмешательства в ее жизнь и избрала демократический путь развития. Различие между уровнем жизни монгольской и российской деревни вы видите в этом сюжете. Рано или поздно спятившего недомерка под веселую мелодию из «Лебединого озера» на лафете утащат из Кремля и закопают под кремлевским забором. А может быть, даже положат в мавзолей к другому Володе. И как всегда происходило в таком случае на России, политический курс страны изменится на противоположный. Так было всегда. Исключений из этого правила не бывало. И не будет их и на этот раз. И даже если Украина не свернет до этого России шею, России все равно придется отдавать обратно все ранее оккупированные территории Абхазии, Приднестровья, Крым. Мне абсолютно все равно, что будет происходить в это время на России, лишь бы она не лезла своими грязными лаптями в Украину. Но думаю, что, скорее всего, Россия развалится на несколько нормальных государств. И ранее оккупированные народы Татарстана, Бурятии, Калмыкии, Тывы, Чечни, Якутии и многие другие получат свою свободу и независимость. А сама Россия сможет наконец-то заняться повышением уровня жизни своих граждан, а не угрожать нормальным странам своим ржавым оружием. Единственное, что я знаю точно, украинский народ никогда больше не будет считать русский народ братским народом. Это не даст память о российских преступлениях в Буче, в Ирпене, в Буэрке и в Бородянке. Называть российский народ братским не позволит память о сотнях убитых россиянами детей, изнасилованных женщинах в Украине. Этого не позволит память о тех миллионах россиянах, которые радовались и радуются гибели украинских граждан. И, конечно, называть Россию братской страной не позволит память о российских пропагандистах вроде Красовского, который на одном из центральных каналов российского телевидения призвал топить украинских детей в реках или сжигать их в украинских хатах. Кстати, российское так называемое правосудие не нашло ничего плохого в заявлении Красовского. Зато оно, а заодно и большинство российского общества, осудила Марию Москалеву, 14-летнюю девочку, которая сделала рисунок «Нет войне». Донос на девочку отправила в ФСБ, ее же школьная учительница. После всех преступлений, которые Россия совершила в Украине, на словосочетание «братский русский народ», в сторону сказавшего эту гадость будет со стороны украинцев лететь кирпич или что-то более существенное. Этого вы добились сами, россияне, своими действиями в Украине. Своей ненавистью к украинскому народу. Вот такой у нас получился сегодня сюжет. Снизу я поставлю ссылку на канал Баира, где вы сможете посмотреть полностью сюжет о его поездке в монгольское село. Оставляйте свои комментарии, пишите замечания, подписывайтесь на канал. Буду рад слушать все ваши замечания и все пожелания подобным сюжетам. Спасибо.